Могилевская область – территория здоровья. Масштабная акция под такой назвой объединила несколько тысяч жихаров региона. А еще Скандинавия стала ближе. И какие сюрпризы обещает Ночь музея у Могилеве. Дальше с подеей из усходнего региона нашей краины. У 9-й раз прихильников здорового ладу життя объединила масштабная акция «Могилевская область. Территория здоровья», пляцовка для якої стал самый великий спортивный комплекс региона «Олимпиец». Выстава продаж корыстных для харчевания продуктов, мини-поликлиника с консультацией врачов разных профилей. Тут и тиск можно было померить, заработать навык ЭКГ, провести экспресс-диагностику уровня глюкозы, а еще поудельничать у мастер-классах по фитнесе и теннисе. За 2 дни удельниками акции стали свыше 6 тысяч жихаров региона. Здесь мы можем показать людям и рассказать о принципах здорового питания, о подходах в организации здорового питания, рассказать о методиках массовой физкультуры и спорта, о здоровьесберегающих технологиях при организации своего быта. Могилевчане долучились до сусветного тренда скандинавской ходьбы, однако надали этой оздоровленшей процедуры свой колорит. Такие походы стали еще и узбогачать корыстной информацией. Ходьба переутворилась у экскурсию с гидом и подробязным рассказом про историю Могилева отрымался незвычайно для Беларуси проект под назвой «Крочим по городе разом». Вообще мне очень по душе. То есть пребывание на свежем воздухе, скандинавская ходьба и одновременно такая интересная экскурсия. В общем, замечательно, потрясающе. Памятный знак молодшему сержанту милиции Ивану Лучину, який загинул при выполнении службового обовязку открытой вёсцы Галоучицы Черкасского района. В 1992 году, находившийся у командировцы, ценой своего життя он затримал узброенного злочинца. У церемонии приняли удел керавництва управления внутренних справ, ветераны службы, родные милиционера. Когда дань уважения не только Ивану Ивановичу, а всем сотрудникам милиции, погибших при исполнении служебного долга. Культурные установы краины рыхтуются до ночи музея. У осветницкой акции, до якой долучилась и Могилевская область. Упершиню, например, сегодня денежный один билет на ратушу и выставочную залу. Чакаются и сюрпризы. Могилевская епархия пропоновала выставу, просвященную семьи Миколая II, опошнего у истории российского императора. И она целком складена с экспонатов музея Москвы, Санкт-Петербурга, Царского села и приватных коллекций. Уникальный фотодокументы, которые тышатся знаходжения венценосной семьи у Могилеве, безумовно затекавят аматоров истории.